Всем привет! Сегодня мы будем выбирать профессию, которая подойдет именно вам, отталкиваясь от вашего знака зодиака. Овен. Как известно, овны упрямы и очень самостоятельны. Овны также ассоциируются с высокой конкуренцией. И именно сочетание этих качеств делает овна прирожденным лидером. Лучше построить карьеру исполнительного директора или, возможно, политика. Стоит рассматривать оба варианта. Телец. Если вы телец, вы, возможно, уже имеете репутацию упрямого человека. Тем не менее, телец жаждет стабильности, ощущения осязаемости, что делает его отличным игроком в команде. Чтобы побороть ваше упрямство, лучше всего работать на себя, например, начать свой бизнес, либо заняться фрилансом. А поиск работы, где вы делаете что-то своими руками, позволит удовлетворить тягу к ручному труду. Близнецы. Близнецы отлично подстраиваются под быстро меняющиеся условия, а также они очень общительны. Поэтому работа журналистом в редакции очень подходит близнецам, которые легко находят со всеми общий язык. Карьера в рекламной сфере либо в качестве проект-менеджера – это то, что позволит близнецам объединить свои таланты и быть сотрудником, который создаст рабочую атмосферу. Рак. Они известны своей способностью поддерживать и обучать. Раки найдут себя в работе по уходу за кем-то. С их чувством ответственности также подойдет должность учителя либо социального работника. Карьера по поиску персонала может стать еще одним вариантом, особенно если вы любите компанию, в которой работаете, но хотели бы сменить род своей деятельности. Лев. Ни для кого не секрет, что лев, как и символ, склонен быть независимым и бесстрашным лидером. Исходя из этого, есть два варианта профессии для льва. Первое – это создание своего собственного бизнеса, либо должность генерального директора. Поскольку львы не возражают против того, чтобы быть в центре внимания и особенно преуспевают в этом, работа артиста также подойдет этому знаку. А что делать, если вам не нравится постоянно сиять на сцене, но есть желание привлекать внимание? Тогда лучше выбрать должность продавца, которому тоже нужны такие качества. Дева. Если вы дева, то наверняка тысячу раз слышали то, что вас считают перфекционистами. Это открывает много возможностей построить карьеру в таких направлениях, как редактирование либо кодирование. Девы также склонны к такой службе, которая позволяет задействовать их эмоциональные стороны, например, сотрудник некоммерческой организации. Весы. Так как этот знак зодиака известен своей общительностью и уравновешенностью, то весам подходят профессии, которые связаны с тем, чтобы успокаивать людей или же выступать посредником. Вам хорошо подойдет должность в службе поддержки клиентов. Из весов также получится превосходный дипломат, в которых сейчас так нуждается правительство. Скорпион. Скорпионы известны своей впечатлительностью и вспыльчивостью, но они также не уклоняются от опасности и экстремальных ситуаций. И если работа в скорой помощи либо в спецназе вам не подходит, то возможно подойдет работа психотерапевта. Стрелец. Поиск профессии, которая сочетает в себе приключения и моральные ориентиры стрельца, может оказаться очень трудным занятием. Можно развивать свои лидерские качества на текущей работе. А если вы ищете что-то совершенно новое, возможно подойдет работа международной некоммерческой организации. Козерог. Амбициозные, азартные и постоянно стремящиеся к улучшению – это те характеристики и качества, которые ждут от козерогов, как от потенциальных работников. Если вы еще не процветаете на своем месте работы, то попробуйте профессию, которая связана с естественными науками. Возможно, это удовлетворит ваше желание изменить весь мир. Водолей. Поиск профессии, которая подходит вашему свободному духу и индивидуальности, уведет вас подальше от душных рабочих мест. Водолей лучше всего работает в свободной творческой среде, поэтому вам можно стать музыкантом. Рыбы. Рыбы – пылкие и творческие мечтатели. Ключевой момент в выборе профессии – это помощь другим с помощью любви к искусству. Карьера в области музыкальной терапии либо арт-терапии – это то, для чего рождены именно рыбы.